наши трое, горы нас трое. И если ты на трон настроен, мы тебя расстроим. Все, погнали тут проезжая часть. Это, короче, собака, бля. Хочу вам рассказать. Да. Охранник наш. Собака нас охраняет постоянно. Идем. Я расскажу вам за собаку. Да, давай. А что тебе собачка сделать? Есть? Кстати, она мне еще помнит еще наркоманом. И вот это именно, она именно настолько преданная собака. Она постоянно, короче, мамку встречает. Постоянно мамку провожает. Да. Кто-то приезжает, вот именно там знакомых, она сразу видит нормальные пацаны там. Да. Нормальные люди. И, вот и она все, как, и охраняет. Она, как знаешь, как местная. Не она, а он. Ну да, он как местный. Он сразу, короче, Рудольф, пару слов. Рудольф. Рудик, а ну скажи, поздоровайся. Стесняется просто. Стесняется. Иди сюда, стой, Рудик! Рудик машины останавливает, да. Чтобы мы прошли, потому что, ну, пешеход подземный, зебра. Завтра, короче, надо его покупать. Расскажи, братан, что мы только что... А, бля, короче, мы вам рассказывали, искали сегодня нашего общего знакомого, то есть это мой подельник, который мы отсидели по 7 лет с ним. А, ну, Саня, не получается, это наш общий знакомый. И, кстати, нас так судьба тоже свела. Я еще Саню с ним познакомил еще до наших, короче, отсидок. А потом пересеклись в лагере. А потом мы сидели. И он был, реально, я вам хочу сказать, сколько он, братан, 100? Килограмм 130. 130, здоровый. У него, короче, всегда занимался именно... железом, бля. Да, он именно уверенная походка, он всегда именно так ходил. Уверен, видно вот издалека, что, бля, именно идет уверенный человек. Он, начальник затоки, хозяин затоки. Тупо хозяин затоки, короче. Бля, сейчас увидели, нахуй. Вот короче, случилось, да, в его жизни наркотик. На свободе он столько же, сколько и я. И реально он всю дорогу там был против этого наркотика. А, кстати, он, ну, подкалывался редко, там мог там раз в полгода. Думал, да, что это его. Что он контролирует его. Да. Сейчас ребята увидели его, ну, показать не могли, потому что, ну, во-первых, ну, мы не могли этого сделать, и он был против. Ну, реально описать можем. Знаешь, Женя, если ты нас даже видишь, блядь, ну, реально, подумай. Его зацепило, он увидел нас. Как мы выглядели, как мы выглядим. Задумайся, сейчас. Потому что, блядь, ты... Он идет, хромает, худой, вещи на нем висят, блядь. Нет. Такое впечатление, что он донашивает еще вещи. Да, еще за те, кем-то. Блядь, ну, бля, он весил был. 130, а весит, идем, блядь, может, 80, нахуй. А весит, как мы, блядь, ебаный. Короче, блядь, убитый, блядь. Именно, сука. Мы ему рассказываем, где радости, эмоции, блядь, не видим. Он стоит, ну, что робот, блядь, да, братан? Да. Вообще без эмоций. Что мумия? Без эмоций. Ну, короче, блядь. Очень жестко. Это печаль. Это печалька. А мы на море. Да. У нас, смотрите, какая бомба. И какая у нас собака. Рудик! Рудик! Идем купаться, идем. Им, короче, Рудика покупать. Да. Не надо его в море закинуть. Опа. А вот, Рудик, а ну. Встреча. А ну, расскажи. Смотри, видишь, стойка, да? Ага. Вот так, скажи, Рудик, только очко можешь, сука, понюхать. А ты не нюхай мочку. Короче, Рудик, там общайся пока, мест. Все нормально, а мы на море. Вода, говорят, сейчас бомба теплая. Тупо да, бомбина. Очень теплая вода. Волны все те же еще, как водичка. Как вода, ребята. А что вы такие какие-то? Да. Какие-то раскроенные. А просто, братан, нас не было, знаешь? Сейчас они, там, да. Там, где мы позитив несем. Давай, я за тобой. Прямо в это. Опа-па. Трещине привет всем от бесславных ублюдков. Короче, ребята, представь, ну, прекращайте заниматься херней всякой. Да. Вы наконец-то рыба. Устроились на работу, скажи. Да, мы наконец-то устроились на работу. Рудик попросился.
смертельный номер. Подожди, братан, дай лицо его сниму. Перед этим. Поймал. Сейчас он будет трепаться. Сейчас он дойдет, где его повытираться, короче. Бля, гиена, новая собака. Хапанул воды, да, малыш? Да. Нет? Вроде, вроде. Иди сюда. Все, пошел купаться. Хорошо, жарко, пиздец, жарко. Да. Ложись, ложись. Ложись, братушаня. Залазь туда, блин. Пометишь мне? Да, как рутик вообще, братан. Давай, бля, смотри, там не уебись, не обшу. О, братан, пробка древняя. Не, сюда спускаюсь и тупо древность чувствуешь, понимаешь? Да. Устроились еще на одну работу. Археологи, короче. Да. Ищем. Ищем всякую хуйню древнюю. Такую, блядь. Ну вот этот камень, скорее всего, принадлежит еще временам Древней Византии. Да, братан, да. Вижу, бля. 230 год до нашей эры. Смотри, да. Древние люди были очень, да, умные, блядь, штемпы, короче. Они были, блядь, умные, блядь. Крайне. Ну, короче, да, блядь, камень, сука. Вот эти распилы характерны именно для той, для того времени. Так, все понятно. Так, что мы еще? Бля, вот эти кирпичи, блядь. Пиздец, сколько, блядь, им лет, нахуй, уже, ебануться. Бля, думал, череп, нахуй, жив. Вот штемпа. Вот она, наркомана. А вот эта бетонная стена, братан, принадлежит. Это? Да. Да не, это уже, короче. Достроили, да? Мастырят, потом будут рассказывать, да, что это тоже древнее. Рассказывают. А вон, будет говорить, поддон он валяется, да, тоже святая или что. Древний поддон. Ага. Вот, блядь, брехуны эти археологи, братан, надо увольняться. Да, тупо пока устроили, заставляют пиздеть уже. Тупо чешите, короче. Чешите всякую фигню. Всякую хуйню, блядь. Для тех, кто не знает, в принципе, много кто знает, но может, мало ли, что кто будет, такие люди
Это Белгород-Днестровский, мы крепость, короче. Чем примечательен этот город? Инкерман. Двумя вещами, да? Абсолютно, двумя вещами. Это тем, что тут есть крепость Инкерманская, да? Ну да. И тем, что тут родился... Я. Вася Ломаченко. Вася Ломаченко. Я здесь, блядь, употреблял наркотики. Вот. И еще Серега, третья знаменитость. Да. Серега тут, когда был нариком... Да, я здесь вонючим, жил. Вонючим нариком. Вонючим нариком, я здесь жил, блядь. И употреблял наркотики. Да, употреблял наркотики прям, блядь. Это всем, чем известен этот город. Все. А вообще, если я не ошибаюсь, этому городу 2500 лет. Это, если я не ошибаюсь. Тогда он официально старше, чем Киев. Да. Если ему 2500. Короче, может, мам. Крепости 2500? Ну, если крепости, значит, и городу. Не, а, ну, гор Акерман, ну. Да, Акерман, то есть Инкерман. Ну, не, какой, короче, Инкерман, блядь? Инкерман это уже, да, Акерман. Акерман, сейчас его, сейчас он Белгород-Днестровский. Раньше Акерман это... Акерман. В переводе как-то... Это, блядь, не в переводе, это был греческий. Не, я знаю, в переводе, блядь, то есть переводится... Или итальянский. Блядь, переводится это слово Акерман, это что-то, блядь, связано, короче, что-то... То ли древний, старый, короче, ну что-то, короче, с этим... Я знал раньше всю хуйню, короче, так вот так. Потому, а, что, ты, блядь, тут экскурсии вышел. Блядь, на Кололесе, блядь, ходили, тут только рассказывали. Я сам не знаю, блядь. Их, блядь. Так ты до сих пор по привычке, сам не знаешь, что плетешь. Да. Сука, блядь. Да у меня тоже тут, сука, эти, нахуй, какие-то поналаживали, блядь, колючки. И там, короче, выход... К лиману такой мост есть, там постоянно цыганка, блядь, братан. Цыганка, короче, стояла, блядь, такая, сука, жирная, стрёмная цыганьё, сука. У неё тупо колба, нахуй, блядь, братан. У меня колба здоровая, короче, на шее висела, нахуй, представляешь? Ещё, так ещё. Вот подходишь, нахуй, она выбирает, нахуй, на, нахуй, блядь. Вот там вот, нахуй. Что выбирает, что на? Ширево. Дела. То есть здесь называется это раствор, нахуй, блядь. Когда-то там есть улица. Нина паркурщица у тебя. Там есть улица Пух-Перо, короче, понял, братан? Мы когда-то цыганку эту, блядь, ебанули, нахуй. Нас на следующий день мусора, нахуй, блядь, приняли, сука. Мне сюда под крепость повезли отстреливать, там, типа, блядь. За цыган? За, да, барыгу? Качали, сука, долбоёбы. Но я знаю, чем отмазался, братан. Чем? Я еще рассказывал. У меня был телефон, а может, ты его и видел, братан? У меня лежал муляж. Я как-то вбивал. Откуда? Давно. А, сука, муляж, короче, не прикинь, этот муляж легавому говорю, блядь, есть охуительная лайфа, покажи, я ему засниму, кидаю, парнячок, бля, они, бля, братан, потом, сука, искали, где этот киевлянин, сука, блядь, где, сука, я вас... Где этот хитрый киевлянин, блядь? Сука, тут колючек пиздец. Согласен. Вот, братан, тут колючек. Древние, глечики, древние черепки. Древние глечики, блядь. Ну или что тут, блядь. Ну, короче, это, блядь, скидывают всякие, блядь, вот эти археологи, блядь, перебирают, что, блядь, походу. Что не могут нахуй определить, что это. О, братан, ты нашел, знаешь, что? Древнюю шкуру, сука, змеи. Очень древнюю, блядь. Это очень древно. Короче, по моим подсчетам, блядь, где-то, сука, она старше, чем эта крепость, сука, братан. 3000 лет. Да, 3000, короче. Кстати, кому надо, нахуй? Ремень. Ремень, репила, нахуй. Со змеиной кожей, обращайтесь, сука. Носки, блядь. Да, носки, блядь. Наловим чуть-чуть. Чуть-чуть, братан, такой, сука, блядь. Гандоны, нахуй. Гандоны змеиные, блядь. Вообще. Новые, братан. Но... Это элитные, нихуя себе. Короче, кому надо змеиная шкура, блядь, уже обращайтесь. Короче, это знаменитый 3000-летний рогач. Акерманский рогач, его знают все, как акерманский рогач. Значит, чем он известен? Раньше, видите, тот берег второй? О. Раньше ж не было, блядь, никаких, короче, связей с тем берегом.
И вот так вот малявы, покажи, как посылали. Сивы. Не малявы, малявы не знаю, мы, короче, ширево перебрасывали. Ну, а, ширево. Брали колбу нахуй. Брали колбу, да. Колбу. Резинку привязывали. Вот так, сука, это, я еще тут держу пару человек, я так, сука, нагинаюсь, и так, сука, и оно, лови! Да, оп. Опа. Да. Все, дома. И все, вот так вот, короче, все. Такие маяки были, вот таким образом. Маяки были, братан, если, ну, обычно это делали в темное время суток. Так как, сука, днем здесь, блин, на движение куча мусоров легавых, чтобы не, блядь, не подавать значения, не палить эту дорогу. Нормально, пацанячи. В темноте доставали фонарики. Понял, все. Там уже, короче, есть. И башили туда прямо, братан. Ориентир, видишь, такие мельницы. Ага. По мельницам, короче, ну. Да, вот так мы перебрасывали, блядь. Лови дома, да? Да. Маяки. Все, понятно. Это боевая крепость. Я есть, блядь. Видел, блядь. Братан, ну любая крепость боевая, в принципе. Она же для этого и рассчитана отбивать нападение. Тут она мощная, смотри, с моря, тут ров, да? Плюс, смотри, оборонительная стена, еще одна лишняя стена, и за ней еще надо. Сколько лет не стоит. Ну да. А у нас, блядь, на трещине уже дома, блядь, по 30 лет рассыпаются, блядь. А где мой телефон? О, да, слышу. Бабах. Что, братан, будем брать крепость? Надо присмотреться. Как ее, блядь, брать? Походу, блядь, телефон, блядь. Андрон. Дрон-андрон. Так будем брать или нет, братан, крепость? Чего он стал? По-любому на нас пасет. Будем, братан. На нас пасет? А мы на него сейчас будем пасет. Че, блядь, на нас пасет? Че? Опа, сразу видишь? Ага. Спалился. Смущается, да? Шужмель, сука. Да, прикольная тема.